мои хорошие, здорово. Салют, здрасте. Эх ты, а? Красотуля, дай пять. Красавица, привет. Что, ты на базар вышла? Молодец, сама выбирала? Красота. Сейчас пойдем мы абрикосы выбирать. Ты что, уже снимаешь экранатор? Ёлки-палки, ты что? Давайте, ёлки-палки, ты что? Горел сарай, гори хата. Давайте я ваш лимонад подержу, ёлки-моталки, чтобы он не упал. Катюня? А. Бомби на разные телефоны. Этих вот ракурсов. Сидели тихо, спокойно, никого не трогали. Да, и тут это... такое началось, и такое началось. Друзья, всем привет. С вами Скрипован. Привет, привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, чтобы вас все вот так встречали. Ой, давай, что? Да я умею, все будет нормально. Ты что? Я еще с такой кучерявой мадам сегодня не фотографировался. Катюня, сделай красиво. Считаешь, что твой день удался, Сережка? Да, ты что? Шикардос? Ну, конечно. Давайте все. Теперь на фоне корзинки. Давайте сюда. Ее, давайте вы в корзинке, а я вас как будто бы везу. Катюня, с базара. А корзинку не видно, цветы. Да я вас умоляю. А, как будто я вам... Она снимается? Как нет. Будто я вам ее подарил. Это кому? Все. Мне? Это от меня, наверное, вам звонят. Да, блин. Говорят, подписчики. Все нормально, фотография что? Есть. Чтобы он хорошо. Не уехал. Фоткайте. Фоткайте, Шура, фоткайте. Серьезно? Все, порядок? Да. Давайте, как будто бы я вас пою этим соком. Боже мой, что за губы? Катюня, дай мне тоже трубочку, елки-палки, там еще остался лимонад. Все, шикардос. Так, понеслась. Что, кому? Это ваш телефон? Все будет нормально. Если что, посмотрите на канале Одесский Либан. Даже у меня с тобой столько фотографий нету, Сережка. Ё-моё. Смотри, Роза, хотите пойти со мной в музей? Яша, вы что, слово ресторан не выговариваете? Катюня, приглашайте в ресторан. Ресторан называется Киевский базар. Пойдем прогуляемся. Будьте здоровы, до скорых встреч. Счастливо. Спасибо вам большое, до свидания. Погнали, ресторан стоячего типа. Ой, Серёжа. Что? Это мадам сделала мой день. Ешь хочу, жуй не хочу. А давайте так, а давайте с корзинкой. Нет, причем мадам стоит такая, мы пьем кофе. Она смотрит на Катюню, говорит. Говорит, очень у вас известное лицо, где-то я вас видела. И стоит и не может вспомнить. Пьет лимонад, короче, и оно что, у нее чешется. Не может вспомнить, где тебя видела. А по итогу? А потом оказывается... говорит, а кто ваш муж? Говорит, давайте я тоже сфотографируюсь. За компанию, это как это? Горел сарай, гори хата, да? Так, что я вообще сказал? Я поздоровался? Друзья, всем привет, с вами Дед Скрипован. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, что делать? Ничего не надо делать, просто ходите с нами, отдыхайте по Одессе маме. Не рынданул. Кому интересно? Рында в машине, машина поломалась, машина на ИСТО, так что, ребята, извините, сегодня без рынды. Пешкадрала, да. Ну, ничего страшного. Где-то мы кого-то прошли, мне кажется. Лимонад? Или еще не дошли, да? Для строителей. Печенье. Что тут? Здрасте. Здрасте. Тебе что-то надо? Нет. Лично мне уже почти ничего не надо. Даже трусы у тебя уже нет. Тебе не надо, даже не буду хвастаться, елки-палки. Здрасте. Теперь я не в дырявых, чтобы вы понимали. Ага. Эй, брат, салют, здорово. Эх, ты что? Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Як справы? Нормально у вас. Шикардос. Да я вижу у вас лучше всех, елки-палки. Ты что, вот я говорю всем людям. Угу. Братик, такой колбасой даже не стыдно в рот себе пихать, понимаешь? Именно, эх ты. Что за красота? А что это за рыба фаршированная таких размеров? Где вы вообще взяли рыбу? Красота в Одессе? Чуть не выругался, но приятно. Винница. Щука? С Винницы приехала? Обалдеть, нифига у вас товар. Я понял. Оливье, майонезы, все как ты любишь. Спасибо огромное, все хорошего дня, замечательных продаж. Мы очередь не создаем. Погнали, Катюшка, куда-нибудь. Хорошего дня вам. Да, так что. А, это я тебя умоляю, что ты покой. Ё, ну ты даешь, конечно, блин. Давай, да, 3 стакана. Сейчас буду по базару ходить, людей твоим классом угощать. Хлебушек тоже домашний, лапша. Здрасте. Спасибо огромное. Вот это ты дал, так дал. Спасибо. Ты бачь? Просто дуже дякую, не ожидал. Квас, кому свежий квас? Катенька, слушай, помимо того, что... Налей-ка мне стаканчик. Я думал тебе зубы заговорить и... И что? И маме твоей отнести целую бутылочку. Ну маме то святое, пойди купи для мамы. Смотри. Угу. Бубочка твоя. Я? Нет, моя, говорю. Принцесса. Катенька, я смотрю, не забываю, что я хотел сказать. Привет, 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 привет. Идем, чтобы тебе налить квас, надо пить его сидя, потому что он настолько вкусный, что аж с ног сшибает. Ну дай мне холодненького попить. Ну идем, где-то приземлишься, сейчас я тебе налью. Где, на весу? Одной рукой открывать, другой рукой угощать? Ничего нет. Дайте мне квас, что такое?
И вам дать? У нас тоже есть. Я... Не, а я у нее к вас пока мамин. Сейчас что-то мы ей придумаем. Катюня. А, посмотри, какие персики. Вот я нашел, где? Так ты считаешь, что я стоять не могу уже, мне надо обязательно сидеть? Да не сидеть, я хочу тебе кваса налить. А, ты хочешь сам сесть, получается? Ну да. Какой-то странный ты человек, Сережка. Че, но он же пенится. И что? На весу у тебя не получается? О, видишь, как хорошо. Как там на свидание принято? Угощать? Невесту. Сейчас по-разному бывает, Сереж. Да? Сейчас даже бывает. Сейчас можно сразу и даже можно в кино это... не водить, да? Нет, в кино водить, но может, может и девушка тебя пригласить. А может и парень. Тьфу ты, пей давай ты. О, ёшкин ты кот, мадам какая интересная наша. Этот, что, квасом угостить её? Да не надо. А чего ты? Не надо и все. Так хорошего человека мужик квасом угостить. Что ты какая-то? Вот жадина. Видите, какая да у меня, нет, ребята? Да я не жадная. Ну, чего? Ты думаешь, ей не надо? Ну, она своеобразная. Ну, зачем ну, так, акцентировать внимание? Ты меня чего сюда ведешь? Я что хотел сказать? Помимо того, что с нас хорошее настроение для вас, нам сегодня почти ничего не надо, но я чувствую, что что-нибудь таки мы купим по-любому. Да счастье. Не стыдно? Изюм один оставила. Покажи людям, чтобы я не была голословна. А я это вырежу. Вот так вот на этом я оставлю. Не стыдно? Изюм один оставила. Какие персики. Дай лоток вас сделать. Приятного аппетита. Миланя, он тебе ничего не дает, да? Бесподобный, братик. Я даже не знаю, что сказать. На тебе стакан. Держи стаканчик из-под кваса. Будет тебе вкусно. Ой. Катюша, ты не хочешь пойти? Что ты делаешь? А тебя все равно не видно. А, ладно, я ушел. Пошли. Это очень экстравагантная женщина. Ага, иди сюда. Сейчас. Ты иди сюда. Уже теперь ты мне хочешь персики показать? Оператор. Я говорю, ты меня привела к персикам, так или ты там персики снимаешь? Я что-то не могу понять. Сейчас, Сережа, сейчас, секунду. Миланя, взвали. Это просто. Мы твоей маме уже сегодня походу не надо. Я просто такие кадры поймала. Ты не понимаешь. Ты успокойся, ты ёлки-палки. Нет, я не могу успокоиться. Я не знаю, как тебя... как там Кашпировский выводил? Слушай, она точно какая-то интеллигентка, понимаешь? Это... Ты снимаешь, как вот та тетя курит? Да. Ты просто посмотри, ты как что, она... Ты что, не умеешь? Я тебя научу, пока я не забыл. Я тебя не вижу. А вы не можете мне одолжить качан кукурузы, чтобы я ее немножечко привел в чувство? Ты что, стала... Слава тебе Богу! Вот только я сказал про кукурузу, пришла в себя. Ты что, успокойся? Так нельзя на одном месте долго снимать. Катя! А. Слышишь? Я такой персик красивый давно никогда в руках не держал просто. Не держал, да? Ты что? Боже мой, что это за прелесть? Ты посмотри на этот ассортимент. Какие хочешь. Черный принц, гладкий принц, лимон принц. Непонятно, что оно очень ароматное. Вам надо ровно килограммчик? Катюша, ребята, кто там это видео сейчас смотрит зимой, смотрите, ловите по аромату, вы не понимаете. Ты что, слышишь? Даже чайки на море перестали орать, когда такой персик в руках держишь. Катюша, смотри, а? Твоим бы этим... Как это, инструментом, из которого смех этот вылетает? Куснуть бы такое. Ртом ты имеешь в виду? Да. Я, кажется, этот... Что? Что-то у меня там, знаешь, когда ты да? чего-то перенюхаешь. Ёкнуло? А? Ёкнуло где-то? Да, бля, я же опьянен этими персиками. Пойти что-то, может, другое понюхать, сбиться? Смотри, что мы делаем? План действий. Идем, детям идем, показываем покупаем. В Одессе, почем помидоры. Ага. Да, клубника осталась еще август месяц, елки-палки. Мне детям ягоду надо. А почем клубника в конце лета? 150-130. Понятно. А голубика? Голубичка 140 килограмм. Ты что, дешевле клубники? Начинай. Вот, извините, начинай покупать. Подожди, я сейчас возьму, Сереж. Бику эту?
Так вкусно. Катюня? Ты сначала возьми, потом будешь есть. Ты стоишь уже здесь, зуб, люди зубы заговаривают. Видели, как она работает? Ты что? 4 штуки съела. А, здрасте. Отнимите мне. О, салют. Здрасте. Катюня? Да. Идем сходим по ценам, потом нет, зайдем я сюда. Да нам сейчас. Подожди, ты у нас я без багажника, это мне надо будет пердолить в руках. Мы сейчас тебе... возьмем, рассчитаемся, и потом заберем. Вот ты фу, слава Все. Богу. 150. Тогда и кукурузу меня возьми. Хорошо. Тебе много? А вы ее будете сыпать в мисочки? Вот мне две мисочки. Нет, вот такие две. Так, сейчас можно. А, да-да. Давайте отпустим. Хорошо, с удовольствием, да. Так, да она уже стакан доедает. Ничего страшного. А мне две мисочки вот такие по целой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не клубнику, голубику? Ням-ням-ням-ням-ням. Когда качаются фонарики ночные, и темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду. Сегодня одна дама лучше другой, Сережа. Жду. А потому что у нас в Одессе ты так. Ты понимаешь вообще? Ты когда на... А я что, по-твоему? Нет, я что, ну по-твоему? Ты подожди. Я вчера не так одевался, а сегодня оделся по праздничным, потому что на базар, он, смотри, даже дочь. Тебе сколько штук? Делает тебе замечание. Кукурузок сколько? Ну, чтобы хватило на сегодня. Ну, 4-5. Не, ну, 6-8. Катюш, еще раз говорю, машина на СТО, мы без машины. Бери аккуратненько, хорошо, чтобы было не тяжело. Тогда тебе 5 кукурузок и детям 5 кукурузок, и все. Да. Самых... И по 5 кукурузок, 2 кулечка. Самых... Она же сладкая? Конечно. Все, проверять не буду, потому что знаю. Самые молоденькие. Я дам кулечко. Все, добро. Хорошо. А нам надо 5 в один, 5 в другой. Да нормально, мы потом разделим, что да ты потом... какая-то, елки. Нет, не разделим, Сережа. 3. 4. 5. Ага. Раз. Два. 3. 4. Да тут что не бери, все вот это вкусно. Все, шикардос. А теперь можно один в один, да, и так будет нормально. Так. Да, и я рассчитаю сейчас сразу. Хорошо. Катюня, пожалуйста, снимай это медленно. Я сам это видео в январе посмотрю. И пусть меня эта картинка греет и радует. Ёлки-палки, на телевизоре 75-й диагонали, 8К разрешение. Что? Очень вкусная. Ну, будем забирать ягоду, может, смотри. Еще... Смотри. Ага. Ты что, читать не умеешь? Сразу Килия. Можешь нижнее читать. О! Хороший город Килия. И клубники там, да, много. Спасибо большое. Мадам. Да, спасибо огромное. Все, мы к вам вернемся. Катюня, ты посмотри. Ёшкин ты кот, ты что... Ну все. Вместо... Да, приплыли называется. Я думаю, что ты будешь на хребте тянуть. А где ваши помидоры? Здрасте. Чуть-чуть? Здравствуйте. Здрасте, 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 здрасте. Ё-моё. Ё-моё. Вот это арбуз, вот это арбуз, вот это арбуз. Ё-моё. Давай рекламу. После того разу, как вы были последний раз, приходят на другий день. И что кажут? Так, звезда на мене. Всю бабушку. Звезда, говорят, да? Звезда. Где ваши помидоры, шелепованы, рекламируют? Ага. А я не рекламирую, я просто как это, делюсь радостью, рекомендую, да? Правильно. И что? Ой, звонкий. О, кауница, вот это хорошая. Ой, Катюня, иди я тебе... Иди я тебе научу, слышишь? Посмотри, как у тебя. Катюня, а что, дупа? Катюня. Родинка ее... На жопе, ты что, блин? Вот. Да. У меня нету родинки, не придумывай, ты меня с кем-то самые путаешь. Самые сладкие ковуны на киевском да? рынке. Все, а размер, ты что, шикардос натурпродукт. Ты посмотри, елки-палки, чистое здоровье. Ай-яй-яй. Не жилок, ну так все, как вы любите. А он сегодня без машины, значит, без ковуна. Да, ага. Я бы взял донести некому. Все, Катюня, пошли дальше, а то придется сейчас мне надрываться, елки-палки. Все будет нормально. Катюня что-то похудела. Слава давно Богу. Пора. Давно пора. А у нас стройка, нам не за что покупать новые вещи, приходится носить старые. Чтобы носить старые, надо немножко... Надо... Блин! Нет, я с вами Сережа, поговорю. Та вылитая я, а вот Сережа, так вот. Да, что, один в один? Серега, да, да, бабушки, несем бы такие резюни такие. Катюня, погнали, ей надо спать. Все, хорошего спасибо. Дня и вам. До свидания. Не, ну помидоры шикардос, ты посмотри уже какие, а? Какие уже трескаются от сока, елки-палки. А у них ты не бачив, какие? Чистая мякоть. Дай ножик, я им покажу. Да не надо, мы верим, все хорошо. Тихо, Сережка. Миланька? Да, я им покажу.
Буза? Дай. О, шикарні. Омет, солодкий, дуже солодкий. Так що? Дорогі, так вам тут треба дегустацію устраивать. Вам... Хто слаще, арбуз или помидори? І то вкусно. Все, ясно, понятно, вот дуже дякую. Да. Все. Спасибо, до свидания. Пока-пока. Ну, Миланька, погнали. Эх, Сережка без арбуза остался. Ты что? Да посмотри, какой перец ты чуть-чуть не прошла, а? О, вы же обещали мне фаршированные. Размер. Ох. Ну, уже можно фаршировать. Иди бегом, пока очереди нет. Здрасте. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, нам надо лололотух сколько? По 1,5 килограмма. По 1,5 килограмма. Вот это мы заехали. Будет сок у вас? А что ж не будет? Будет? Да? Все, спасибо огромное. Только хорошего. Ты шо, матрас Батутович? Оригинал? Смотри, как раз было сегодня. Что? Катюнь, ты что, не видишь, что тебе тут дурного не посоветуют, елки-палки? Одни сплошные вкуснятины, а пахнет как прямо чистым здоровьем, высокогорным. О, 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 то, что надо. А почем она хоть? 20-100 грамм, и та, да? Да. Все, то, чтобы еще и люди знали. А лучок, пюро? 20-100 грамм. Ага. Базилик, реган? 800 будет. Пусть будет? Сколько? 800. Не, лучше там. Давайте кило, один убирайте. Один поменьше можно убрать. Да. А один... так сколько? О, сейчас будет нормально. А ну-ка, смотрите. А что это такое? Всего 440. Великолепно. Шпинат. Почти как договаривались. Вот все, я вам обратно. А ай, боже мой, Катюня. А салата захотелось. Да ты что? Ты что, пиши. Так, лололотук. Лололотук. По 1,5, да? Это все, да? Да. И латук дайте нам 1,5. Кучерявенький. Что? А что, не у нас по расписанию. А что у вас сегодня с латуком? Руккола 50-100 грамм. Ну вот, посмотри, подходит тебе туда. Катюша, ты сильно кучерявый. Что ты? Что, будем выбирать? Не, ну нормально. А, он... А этот почем? Так вот такой латук. А шо, ну он в одну цену, да? Да. Все. Так вот такой треба нам. Все. Вот тоже 1,5. Ну он идет по пучкам. Хорошо договорились. Ну взвешиваю 1,5 и считаю. Да, добро. В смысле идет по пучкам? Цена такая же? Цена такая же, но идет по пучкам. Нет, пучок 10 гривен. Все, тихо, да. А сколько там будет на 1,5 килограмма, уже там калькуляция подскажет. Перец на месте. Слушай, какой аромат именно зелени и мята всех перебивает. Ты бачишь? Сика красивая. Не надо мята? Мохито, лимонады, там же секс на пляже. Ой, Катюня. Возьми. Кило 400. Договорились. И мяты штучки 3 дайте. Ого. Ты бач какой? Дырявый. Пакет. Это специально, чтобы дышал, а не бракованный, ты поняла? Спасибо, девочки, огромное. Спасибо, всего хорошего дня, до свидания. А ты все забрал? И лолу, и латук? А, я же говорю, что... А я смотрю, пакет хороший, и все, а больше мне ничего не надо. Главное, погнали. Красота, да? Согласен. Так, у меня-то здесь теперь буду проверять. Все, на базе. Спасибо. До свидания. Все равно пакет с дырками увидел и поскакал. Ёшкин кот, сколько что, арбузов, Сережа? Смотри, блин. Это я и без очков вижу. А там, здрасте. Катюня, смотри, все, побежали кто куда. Стоять, оператор, догоняй. Ёлки, ты видишь, сколько арбузов? Да вижу, я вижу. Вот это да. Что нам надо здесь? Нам только апельсины еще нужны. Здрасте. Здравствуйте. Ого. Дайте ваш перец потрогать, похожий на помидоры. Гагашар, ёлки, ты палки, Катенька. Ты помнишь, я тебя в том или позапрошлом году угощал? Помню. Ну как это, удивлял, бесподобно. Ребята, у него вот такая толщина шкура. Ну не шкура, вот он, мякоть съедобная. Почем гагашар сегодня? 100 гривен, бачу. Вот это шикардос. Все, узнаю я наш родненький киевский. Ты видишь, ассортимент, ребята, аж глаза, что те арбузы трещат. Синенький. Блин, уже. Блин, синенький. По 30 гривен 30, готов. 40, 20 хочу. Есть не хочу. Самый, как вы думаете, будет еще меньше цена на синий в этом? Будет? Все, тогда не торопитесь. Ждем, пока упадет. Как затаримся.
Эко-арбуз какой-то с наклейками. Как там? Эко. Эко, да? Это наши одесские арбузы, ты поняла? Думаешь? Ну что ты не видишь? Макарена F1. F1. Сова. О, Макарена. Так, там у ребенка. А, упала, подняли. Очередная передача будет? Да. Будет. Здрасте, здрасте, здрасте. Очередная. По-любому будет, куда же без нее. Мы уже не можем людей оставлять без таких вкусняшек. Ты шо? Смотри, а буряк. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну мы же за этим и снимаем. Цены-то такое уже. Даже не третья, не четвертая. А вчера, помнишь, семья с Киева? Дима, Александрович, Федя приезжали. Также говорят, что Серега. Вот я за это и говорю. Ты понимаешь, что там люди пишут комментарии, там ржет она не так. Я там много разговариваю. Ребята, даже если одному из этих сотни тысяч, кто посмотрел и как это, наше видео улыбнуло, значит, я делаю это недаром. А все остальное это ерунда. Так что тоже я все комментарии принимаю с удовольствием. Главное, детей меня оскорбляйте. А так, все шикардос. Ты посмотри, елки-палки, родничок, а? Вот его с закрытыми глазами можно узнать. Здрасте. Грибы белоснежные, что у тебя зубы? Когда какие мы познакомились? Зубы, Сережа? Когда мы познакомились? Что ты мелешь? Я не знаю. Ой, простите. Меня только что женщина на руках прям поймала, представляешь? Потому что ты ахинею несешь. Я тебе комплимент сделал, что у тебя что, зубы не белые. Хорошо, у тебя вот такие зубы, вот эти вот, как у этой дыни, красивые. Так все. Ты там потом добавил, как когда мы познакомились. Да, заикаюсь, когда мы познакомились. Понимаешь? Здрасте, Бог помощь. Здравствуйте. Здрасте, а где вы дели вашу маму? Приятного аппетита. Здравствуйте. Ты что, сарафан какой, Катюша? Последний человек, как тебе надо одеваться на базар, ё-моё. Папа меня отчитывает. За что, за сарафан? Папа, не надо, все, красивый сарафан. А за то, что ты ешь много товара? Да. Так она отдаст потом. Фу, я бы взял, но я вам объясню, почему нет. Да, машины на СТО, а это мне надо будет нести в руках. А так как мои руки ей еще надо вечером, потому что она попросит массаж ей сделать, так я их сегодня беру. О, вы слышали это? Сиди. Вы точно слышали сиди это? Сиди без абрикос, елки-палки, да. Договорились, Сережа, оставляй латук. Катюня. Я не пробую, я хочу просто людям показать вам мои огромные ладошки, какая здоровая черешня. Ты шо? Размер шо абрикосы? А, не, я всегда обалдею, когда в августе смотришь на клубнику и на черешню, думаешь, ты шо, счастье есть, елки-палки. И арбузы уже, ты поняла? Уже арбузы надо есть каждый день по два раза. Хорошо, Сереж. Уже август. Уже август. Все, вашей маме огромный привет, хорошего дня, мы побежали. Хорошего дня, всего доброго. По легкому дальше. Да. Здрасте. Бог помощь. А ну, Катюня, смотри, как это красиво сыпется. О, ты шо? Не, это же нормально, это же натурпродукт. Понятно, что вы такое людям не продадите, но такое должно быть. Хуже было бы, если бы там не было гнилого. Вот это бы подумали, что беда какая-то. Вот, еще одна. Все. И вам огромное. Уже недаром подошли. Там мы же для вас бесплатно все нормально. Треба, треба. Катюля. Пойдешь на работу? Я? Да. Голубей кормить за свои деньги? Да. Конечно же пойду. Да ты что? Сырька слива, как у нас на дереве была, а? Не, у нас другая, похожа. Ну такая же, только ты же ее съела раньше времени, это уже хотя бы дозрело. Ну так купил бы мне такой сливы. Или мне надо выбирать, или массаж, или слива. Да успокойся, посмотри, как, будьте здоровы, посмотри, какая красота. Посмотри на эти помидоры, елки-палки. Я не знаю, что это за порода, но по-любому что-то с хурмой связано. Посмотри, Кать. Вот я для тебя готов пару штук взять и понести руками. И для мамы возьми обязательно пару штук. Ну и для мамы. Давай. Да. Для мамы обязательно брать, елки-палки. Ты что, накидывай.
По килограммчику, или, да? Или приделай к этой штуке колесики, так я ее за веревочку потащу целую банановую коробку. Килограмм-килограмм, правильно? Да. Все. Два по килограмму. Так. Скидку сделаешь? Обязательно. Все, а я тебя квасом угощу. Ну, я хотел квасами без скидки угостить. Потому что он у меня есть, а мне надо тачку освобождать. Тем более нас ребята угостили, да. Спасибо вам. Все. Алло. Это возьмите, пожалуйста. Это вам, да. А вы ему расскажете, насколько он был вкусный. Если у меня сумки просто в руке. В одном больше, в другом меньше. Ничего страшного. Все великолепно. Мадам, и вам возьмите. По-братски. По-братски. Очень вкусный стакан, чистый, квас бесподобный. Это не реклама, просто вы попробуйте и поймете, где в Одессе вкусно. Вот там дальше, немножко налево. Катюша, что там? И что, песня? Вы продаете квас или нет? Не, я не продаю, я просто знаю, где покупать. Это по еду там, где ты идешь, но там парнишка колбасой торгует. А не просто колбасой, у него еще и квас хороший, домашний. А мы у нас... Спасибо огромное. И квас здесь ни при чем, видишь? Просто человек хороший. Это я про тебя. Бабки, гони давай. Стоишь. Я с таким шикарным видом, елки-палки, могу по 7 километру ходить смело и качать ноги, понимаешь? Что этот? Как? Вот надо было на барахолке купить коромысло. Да не коромысло, а кравчучку надо взять хорошую. Кварчучку? Кстати, кварчучку. И коромысло. Но там оно столько стоило, что пусть полежит лучше. Приятного аппетита. Кваса вам налить? Чего вы? Не отказывайте. Есть у вас стаканчик? Нет, спасибо. У нас сейчас шампанское по плану. Какой может быть? А, извините. Так я должен к вам, получается, был со своим стаканчиком прийти. Шампанское – это хорошо. Ты поняла? Вот как у людей. О, подожди. Что, кто спрашивал, Сережа, за лисички? Постой. Вчера Дима спрашивал, есть или нет рецепт картошки. Здрасте, девочки. Ты что, одни в Одессе? Почем? 300 гривен килограмм. Понял. А что ты? Ну, одни в Одессе, а что ты хотела? Так это практически деликатес. Иди посыви виноград. Ты такой не видела еще. Куда мне идти? Так где виноград продают? Туда и... Посмотри, сколько скоро у нас такой будет. Красавец. А ну-ка пойдем-ка вот там-ка посмотрим. Катюша? Орешки молодые. Что, Сережа? Здрасте. Здравствуйте. Братик, можно я ей перец покажу красивый? Ты у тебя красивее, чем у меня. Ты понял? Смотри. Катюша. А, ну большой. Вот в такой... Грамм 600 можно фарша всунуть. И сколько ты бы не ел, еще и на завтра останется. Ну так что, ты готова? На что? Чтобы мы с Маратом для тебя зафаршировали. Да, 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 да. Я не то, что готова, я хочу очень. Я не готова по 100 гривен, успокойся, что ты как дикая. Что по 100 гривен? Вот тут перец. Ну так возьмем маленький, больше будет. Есть по 45 нормально, елки-палки. По 95, в конце концов, длинненький. О, на орехи, шо? Мне есть орехи. Какие, где? Пошли за орехами, прямо, прямо по курсу. А, вот эти? Сыки баклажаны огромные по 35. Вот просто именно шок. Дубина. Это что, на большой? На большой. Почти, почти, братик, сейчас будем договариваться. Это вы уже забрали? Или это вы только продаете? Это я продаю. Я понял тебя, почем? Ты что, чуть дешевле инжира, Катюня? Все, я убираю фильмоскоп. Она очень любит эти орехи. Это так вкусно. Угу. Целый год ждет. Такие орешки только у меня и у Майкла Джексона. Ну, у него были уже, Царство Небесное, а у тебя, слава богу, все. Ага. Смотри на этот размер, Катюш. Что же оно у нас такое все родючее? Ты понимаешь, какая земля у нас великолепная? Ага. Я вообще дал тебе последний размер, а ты сразу в рот суешь. Ты понял, какая она у меня? Ну да. Ей что, не показывай? Обалдеть! Гигантелла какая-то. По 160. Угу. Не, ну ты посмотри, какая ягода. Это да вообще... моя боль. Нет, твоя не, больше. Боль. Нифига, вот это да. Обалдеть. Слышь, мы с тобой... Сколько тебе лет? Прям хочется скушать. Ага. Да все знают, что у меня рука, мама дорогая. Ты понял? Бери давай. Боже мой, ну это вообще смотри. Просто... Красавица. Да я и так уже там с орехами был не раз. Там на ютубе, что не Виталька, то звезда, елки-палки. А наша так это вообще нет, мама дорога. Я думала, ты всю собрался брать. Я хотел Виталькины орехи показать. Слышь, молодой орех. У всех нормальные, да, а у тебя уже чищенные. Конечно. Ну что, ты отсыпи, сколько у тебя есть денег? Мне две пол-литровых блин, баночки. А инжир какой? И инжир тоже я, наверное, хочу. Так, сколько дождь?
Здрасте, вы по вам покупаете? Здрасте, это оператор покупает, у нее деньги, а я просто с ней рядышком хожу. Регина, ну вы сказываетесь, у нее деньги. А что, ну как есть. Виталя, береги орехи, ты что? Я смотрю вашу программу и думаю, для чего вы берете грецкие орехи. Она их очень любит, она их ждет целый год, даже она на время, пока у Виталика орехи вкусные, она про меня забывает. Спит и видит, да. Братик, это не реклама, это просто рекомендация. Реклама это за деньги, а это же мы же сейчас за это платим, так что все нормально. Говори, сколько денег ты ему должна? 200 гривен. Ого! Пошли бегом, я кушать буду. Все, ты попробовал уже? Ёлки-палки, я снимаю твои руки, чтобы люди... Да чтобы люди видели, какие у тебя руки. Страшно красивые. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, Николай, здравствуйте, да. Тю, спасибо огромное. Орехи тут не свежие. И что? Орехи у Витальки покупай. Это Лена с работы звонила, сказала ей апельсины купить. Мадам, нет у вас апельсинов? Нету. Одни баклажаны сегодня, ну ничего. Здрасте. Ты что? Какой виноград, а вот А я вижу, ого. Пробуйте по 150. У Коли, Сколько это? Гривен на 60 завесит? Да, а ну-ка киньте, дайте потрогать. Так, пробуйте. Не-не, я попробую со своего уже, я верю. Так, это же надо тебе виноград больше, чем персики, ты понимаешь? Да, Катюня, это мне сказали попробовать, не тебе. 97. Почти угадал. За 95 отдаю. Да давайте за 100. Она еще пусть чуть-чуть попробует, правильно? Конечно. Дай денег, пожалуйста. Смотрите, на виноград. Красавчик. Ёлки, спасибо огромное. Спасибо. Ты что? Меня Серега зовут. Очень приятно. И меня. На. И меня очень приятно. И так, все. Так, шикарно. Да я вас умоляю, оставьте пригодиться, он там кому-нибудь что-то подарите. Все. Спасибо огромное, до свидания. До встречи. Дай-да-да-дай-да-дай-да-да-да-да-дай. Виноградик покупай. Ты еще можешь тянуть это все на себе? Сереж. Что там выбирают люди? Помидоры. Что ты говоришь? Я не слышу. Ты еще можешь на себе тянуть это все? Очень за помидорами увидел и все, и забыл обо всем. Все, теперь прошли, я могу уже немножко подумать. А что ты мне говорила? Какие маленькие корнюшоны. Обалдеть. Ручная работа. А чеснок? Ты что, как в банке вырос? Это тебе не помидоры шикарно выбирать, Сережа. Это понимаешь? Да. Я аж вспотел. Бесстыжая твоя морда. Ты... Загар у человека хороший? Я все засняла. Я за другое. Ребята, дай бог здоровья каждому вот так вот стоять и выбирать себе в такой позе помидоры. Правильно? Идем. А то я сейчас начну рассказывать, что ты там по утрам, какие звуки издаешь. Когда пытаешься себе ногу почесать. Ой, слушай, вот тебе... Вот, а человек раз, вот два, тебе, три, вот четыре. Вот тебе вечно не имется, а? На йогу пойдешь со мной? Я уже хожу. Без меня? Да. Чтоб ты поменьше вот это вот. Раз, два, три, четыре. То сейчас я расскажу, какие ты звуки издаешь. Помолчи. Вон арбузки. Ёлки ты палки. Малыш. Да я такими жонглировал. Давай, покажи людям. Когда на тракторе ездил. А-а-а. Ага. Ой, красивый. Красавцы. Кавунчики, ой, сладенькие. Как у тебя на даче? Да? На даче могла бы не говорить, просто как у тебя. А, не. Что, Аня? То ты заблуждаешься, Сережа. А вот помидоры лучшие в Одессе. Возьмем? Ну, мы уже взяли. Мы уже взяли, елки-палки. Здрасте. Ты что, целый год вас ждали, дождались. Давай хотя бы две треснутые возьмем. Конечно. Все, дайте хотя бы 4 или 5 лучше. А мы там с мамой поделимся. Здрасте. Его все знают. Его все знают. Я вам не скажу за всю Одессу. Вот его помидор. Что, выбирай аккуратненько. Вот он. О, шикарный, да ты что, это ж... Ребята, песня, даже не кажется, передать. Трех достаточно, Сережа? Три нам и две маме. А мы поделим, пусть не слушает ее. Не слушаю, да. Чтоб она еще за свои деньги еще для мамы своей жалела. Татьяна Михайловна. Да. Понятно, какой у вас зять? Да. Без, лучший? Без денег, но лучший, да. Все для мамы, все. Может, если бы у тебя были деньги, Сережка, ты бы другой бы был. Или ты бы у меня другая была. То. И звали бы ее не Катюня. Сам, не, лучше. Ты что? Спасибо. Как? А ну-ка дешевле давай-ка... клубники, ел. Не, а то потом дома поговорим. Порассуждаем вот тут. Хорош, сейчас я успокойся. Вот подумала.
что вам не дал. Так как она дает, я бы точно не смог. Да, ты... Можно я уже рассчитаюсь? Да. С удовольствием. Сколько, конечно, я должна? 130. Давай деньги, да. Ага. Все. Спасибо огромное. До свиданечка. Спасибо, до свидания. До свидания. Катя. Ты все запомнил, что тебе только что сказали? Да, 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 что ты у меня самая лучшая. Что тут? Здравствуйте. Чтобы у вас очередь никогда не заканчивалась. Давайте. Заходите. Обязательно. Да ты что, я... и у нас уже начался. И арбуз. Сережа, мне нужно еще там на развес колбаски, мяски взять. Катя. Говядины. Я вот сегодня... Здравствуйте. Здравствуйте. А я стою тут с утра, здороваюсь, а вы шукаете, 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 шукаете. Ага. Я понял, я уже подумали, что пирожки с вами разговаривают. Вот же красота. Может, к нам туда? А, я понял, мы там только что проходили, но не зашли. Спасибо огромное, я другим разом точно. О, а так чего нет? Да? Катюша, подходи. Какой на тебя смотрит? Ай, Сережа, ты... Смотри, с вишней. С вишней. Да ты что, какие же вы молодцы большие, елки-палки. Там молочка у там людей. Покажите нашу Таню по телевизору. А где Таня? А там это лавашами и брынзой торгуют? Да. Да? Возле Гриши с картошкой. Да. А кто же в Одессе не знает? И Гришу тоже покажу. Так, Гриша известный такой, что захочешь его не. Да, только вы нам это коротенько почитайте, потому что я еще возьму это с чем. Значит, смотрите, есть вишенка, есть абрикоска и яблочко. Вот с яблоком вот эти я сразу ткнул. Это мои любимые рогалики с чаем, без чая. Просто шикардос. Почем? 130 за килограмм. Вот прямо килограмм давайте. Или может 2 полкило, а? Ага. Нет, давай пирожки маме, а это нам. Тихо, аккуратно, не стань на бодам. Катенька, что тебя гоняет по базару, как это, блин? Да как, ты мне же голову закружил, Сережа. Да стой на месте. Вишня 145, пирожки все по 145. Что, рогалики чуть-чуть дешевле? Я хочу посмотреть, как ты будешь это все нести. Ты уже и так смотришь, слышишь, как я? Да тут моего ничего нету, кроме этих. Вот течет. Ну, частично мы маме сейчас занесем, детям. А это у меня ботулизм хороший, понимаешь? Ботулизм? Ботулизм – это вообще болезнь. Ну, когда потеет человек, что это у него хорошее? Обмен веществ. Вот это у меня хорошее. Метаболизм. А, метаболизм. Пиво особенно метит. Извините, метаболизм, ёшкин ты кот. Ты что? Ботулизм. Тьфу. Тьфу, точно. Понапридумывают слова. Это нормально, правильно? А ты не хочешь? Может, сделать вас ассортименте вам? Давайте. Да я вас умоляю, кидайте. Чтоб только у меня рук хватило. А где ваш стаканчик? А что вы тут пьете вот такое? А, я понял, сыворотка. Есть стакан? Ряженка. Ряженка. Нема стакана? Нет. А что, вы с горла пьете? Так ты отдай уже вот так, там уже чуть-чуть. Смотрите, осталось. Это я всем сегодня на базаре наливал в стаканы, осталось чуть-чуть. А что это? Это квас. Но не Тарас. И не Гондурас, очень вкусный. И не Гондурас, и не Тарас. Нет. Квас Адидас. Нет, домашний настоящий, на самом деле просто он кому не дал, все в шоке. Деньги, вы сказали, все равно у нее? Правильно. Так вы же теперь понимаете, чего она с собой на базар берет? Деньги есть, а носить кто это будет? Да. Я. Самый бесплатный человек в Одессе. Когда качаются фонарики ночные, и темные улицы, опасно вам ходить. Я из пивной иду. Спасибо. Сколько? Я никого не жду. Даю. Что там хватаешь? Я людей квасом угостил, меня с дачей. Все. Спасибо большое. Огромное. До свидания. Будьте здоровеньки. Сережа, пошли уже на мясо. Что ты там уже улица зрел? Да дай на арбузы порадоваться. Катюша, я просто вспоминаю, как я в своем детстве с корешем. Мы у нас в Приморском 15 тонн арбузиков продали. Да ты что? Фуру с прицепом, да? С Херсона приехала. Я и вот смотрю, где же вы это я смотрю на эту кучу в Приморском. Здрасте. Там где-то у тебя поклонница сидела. Что? Не, вот там где-то дальше. Вот так надо делать? Ну, ты знаю. Успокойся, ты, елки-палки. Слушай, я бы такой сливки бы, как у нас, бы скушала бы, наверное. Катенька, возьми
Сливу пока, жалко уже, пока я согласен взять. Нести. Да нет, очень тяжело тебе будет. Все. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Все. Рады вас Катюнечка. Спасибо. И мы вас тоже. Ёшкин ты кот. Так что ты хочешь, чтобы тебе уже перец сегодня сделали? Нет, нет, нет. Чего? Нет, тебе тяжело будет. Я на мангале попеку, он большой, но легкий. Большой, но легкий. И самый красивый, самый свежий. Это про меня. Маяцкий. Ём, давайте. Да, чтобы ей было вкусно, вот так вот. Для вас это все, пожалуйста. Самый шикардос. Я обожаю вашу программу, всегда смотрю вас. Спасибочки. Так мы стараемся ее сделать лучше, чем у других. Это но точно. Люди так это и пишут. Правда. А мы что, с кем-то соревнуемся, Сережа? Нет. По перцам? Нет. Аналогов нет, есть такое слово, поняла? Причем это одно слово. Ах, перчики, помидорчики. За 70. Все, дуже дякую. Спасибо огромное. Это мне на руку, Катюша. Сделай то, что ты не очень любишь. Давай, я отдай дам человеку деньги, деньги, а ты иди. Скажи, от всей души с хорошим настроением для вас. От всей души, когда эфир будет. А вот на днях, ёшкин ты кот. Хорошо, ага. Все, маякам огромный привет. Чао, какао, до скорых встреч. Катюша, не отставай. Да я не отстаю. Боится потерять. Да, да, да. А хорохорится еще. Я молодец. Спасибо, спасибо. Да. Лучший. Что? Ты же купила в дому. Забула выключить. Хочешь сфотографироваться с вами, отправить за границу. Человек ждет. Да мы еще раз придем. А вы его на фоне арбузов сфотографируете. Вот эта мадам, которая с нами стояла? Да. Вот я завтра, сегодня смонтирую видео, завтра выйдет видео. Так пусть она не фотографию, а целое видео мужу пошлет за границу. Она хочет, чтобы она с вами. Да я еще раз зайду, все будет нормально. Ага. Соня Прокоповна сказала, что вы подлюдка. Подлюдка. Все, что я с ней поговорю. Такую не кормишь, бо геть схудала, як я її помню. А це вообще... Таранечка. Красунь. Да. Он не запрещает есть. Сказал, чтобы худая была, стройная. Да нет, ну там все люди вычитали эти страшные комментарии. Ну пишут такое, что на голову не налазит. Так я хочу, чтобы она у меня была нормальная. Чтобы люди только хорошие писали в комментарии. Спасибо. Пока, пока, пока. Скажи мне. Ну мы все купили для ресторана? Или это просто мы купили маме? Я вот хотела еще... капусточку. Уже никак, Катюша, да? Катюша, не, уже нияк. Ну хоть дай детям возьму, я сейчас сама понесу. А дайте ты мне сейчас одну смотри. Капусточку. А, я тебе сейчас скажу что-нибудь, сейчас и ты поймешь. Ладно. Сейчас завезем им. Вот такую давайте. Как ты завезешь? Мы без машины. Мы сейчас пойдем пешком. Ты сейчас с тобой будешь, завезем качку, детям продукты, ты половину. Я сейчас как грибану кукурузу во вторую руку, то ты сейчас будешь рулить все этим Мерседесом. Мы уже сделали обзор для людей. А нам же надо еще пойти туда купить что-нибудь, да, для ресторана, помимо мамы. Так, а я у пойду... нас же еще ресторан есть, это же еще и нет-нет, а даже мы уже не будем показывать. Давай, я буду вести колясочку. Друзья, от всей души, с хорошим настроением. Не дождетесь. Еще чуть-чуть поснимаем. Сейчас, сейчас. Катюшка, на одной рукой шлепни. Поставь этот телефон на паузу. На этот же нашлепайся. И пошли. Все, надо за границу. Давайте. О, сдача там, извините. Боже, чуть зонт не уронил. Да я же сдачу увидел, елки-палки. Все, давай. За границу. Опа. Опа. Шикардос? Шикардос, конечно. Все. Фу, нормально? Успели? На два сняла, конечно. Да, проверяйте. Все, успели. Кач... две, как хорошо. Ты шо, какие вы Сережка красивые. Красота. А я что-то не уронила. Ой, ну ничего. Тихо, спокойно разберемся. Все, целую, обнимаю, пока. Да ты что? Ягоды наши не забудь. Да не забуду сейчас. Ага. Может, назад кукурузу выложим? А я смотрю, ты кушаешь одной рукой, а в другой руке лимоны. Думаю, нифига такие вкусные. Ага. Что, даже лимоны шикардос. Так. И что, тебе вкусно? А? Кушай, моя принцесса. Слушай, я уже думаю, чтобы этот, поскорее бы ножками пошла. Так освободится тачка, и я могу туда что-то положить это и идти спокойно. Это ты, как это, забыл, наверное, как, когда они начинают ножками идти. Я понял, тогда вообще никакого базара, никаких закупок. Ребята, все души с хорошим настроением для вас сегодня бегали по киевскому рынку, операторы Одесский Липова. Угу. Это еще не конец, просто мы уже, извините, две руки хорошо, но три еще не придумали. Так что дальше уже снимать не получится, но мы пойдем за мясом. Надо еще купить там говядины, хороший кусочек, килограмм. 5-7. Колбаски у ребят обязательно. Да и таке, да? Руку себе освободил. Короче, от всей души, с хорошим настроением для вас бегали по Одесскому замечательному базару. Одесский Липов. Всем пока-пока. Чао.